Всем большой привет! Получила я свою посылку из интернет-магазина «Всем бусики». Сейчас давайте вместе посмотрим, что же мне пришло. На самом деле, очень хотела заказать я фурнитуру для бижутерии. И в этом магазине нашла хорошие цены и хороший выбор. Посылка пришла мне за неделю из Краснодара, как я поняла. Значит, интернет-магазин называется «Всем бусики». Ссылку на магазин я оставлю внизу. Вот это все, что я заказала. Здесь и чешский бисер был, и фурнитура, и риволи. Давайте посмотрим. Очень ждала я эту посылку свою. И мне кажется, тут пришла такая красота. Ну, начну, наверное, с фурнитуры. Мне так хотелось заказать вот такую мононить. Это мононить черная, 250 метров. Здесь вот цена уже написана, размер 0,12 миллиметров. Очень полезная вещь, и мне кажется, цены здесь очень доступные, просто отличные цены. Дальше взяла такой ювелирный тросик. Здесь размер 0,3 миллиметра, 10 метров. Вот цена вот такая. Очень удобно, когда вот так написано, расписана, вернее, цена. Так. Наверное, интересно взглянуть. Так, все-таки открою. Так, подождите. Еще не открывала, не смотрела. Но очень хочется взглянуть на ювелирный тросик. Это для сборки бус. Вот смотрите, как выглядит тросик. Мне кажется, замечательный тросик. Вот. Присмотритесь, короче говоря. Дальше заказала проволоку для бисероплетения. 10 метров, здесь тоже 0,3 миллиметра. Вот такая цена. Цвет должен быть серебристый. Ну, обычная проволока, всем известная, открывать уж не буду. Дальше заказала вот такие тоглы. Это застежка тогл с кольцом. Здесь три штуки. Вот цена вот такая. Ну, мне кажется, хороший размер тоглы я тут нашла. Для браслетов очень даже хороший размер. Вот такие они. Вот такие тоглы. Дальше заказала кримпы, вот такие цилиндровые. Здесь 500 штук, они 1,5 миллиметра в размере. Вот такая цена. И к этим кримпам заказала крышечки. Вот такие крышечки. Тоже, мне кажется, цвет соответствует. Извиняюсь. Вот кримпы, наверное, понимаете, что это такое? Это такие типа бусинки. Они зажимаются и фиксируется ювелирный тросик. А это как бы прятать этот кримп. Дальше заказала. Что это у нас? Цепочка шекли со звеньями. 1 метр, светлое серебро, вот такая цена. Значит, а, да, у меня еще другие. Понятно. Не совсем помню, что заказывала, честно говоря. Посмотрим. Ну вот, эта цепочка, конечно, грубовата. Я как-то не подумала. Но когда заказываем, мы внимательно не читаем просто описание товара. Ну, мне кажется, для чего-то сгодится. Для кулонов, наверное, можно приспособить. Дальше заказала еще вот такие удлиняющие цепочки для бус или колье. Здесь 10 штук, размер 50 на 3 миллиметра. То есть они по 5 сантиметров и шириной по 3. То есть это короткие такие цепочки для удлинения. Та хотела показать. Да, вот эти уже как бы такие маленькие, уже удобные, не надо отрезать.
Дальше к этим цепочкам заказала вот такие концевики. Капелька окончания для цепочки. Правда, мне кажется, они сюда не подойдут. Они очень маленькие. Ну, посмотрим. Как бы цепочка вот эта, она пошире получилась. Хотя заявлено 3 миллиметра, девчонки. Они же не по 3. Мне кажется, они больше. Ну, как бы шире. Так, дальше вот один такой заказ у меня здесь. Непонятный заказ. Так, это колечки разъемные. Двойная крутка. Вот я тоже, опять же, не дочитала, что двойная крутка. Я думала, они одинарные будут, и я буду их обшивать бисером. 16 миллиметров в диаметре, 10 штук. Даже две упаковки заказала, но, увы, даже не знаю, для чего они сгодятся. Двойная крутка была мне ни к чему. Вот смотрите, какая двойная крутка здесь. Жалко, конечно. Для чего их можно приспособить? Может быть, у вас будут какие-то идеи? Напишите, пожалуйста, кто что думает про эти вот колечки. Так, еще пришли мне... Защита от перетирания тросика написано. Вот такая цена, я их называю протекторами. Такие штучки тоже для колье, для бус. Дальше заказала я бисер Прециоза. Смотрите, какой чудесный оттенок, изумрудный цвет. Они по 50 грамм. Вот этот бисер 105 рублей. Вот такой ярко. Такие красивые оттенки, что уже хочется сплести. Вот этот ярко-желтый тоже очень красивый. А так, это 10 номер бисера. Вот здесь цена написана 150 рублей. Когда я заказывала, была скидка. И получила я их вот по 105 рублей. Вот два пакетика. Еще один пакетик такой серебристый. Но здесь серебристый... Линии внутри. Очень мне нравится вот этот бисер. Часто его использую. И еще одна упаковка. Бисер металлик зеленый. Вот этот стоил дороже. Он был 119 рублей. Вот он здесь. Да. Вот такие покупки. А еще револи заказывала. Смотрите, какая красота мне пришла. Здесь 5 штук. Ярко-зеленый 18 на 13 миллиметров. Еще такой же размер заказывала розовый. Очень, мне кажется, красивые револи. Хочу их оплетать вместе с вами в ближайшее время. Мне кажется, красота такая пришла. Ну, 5 штук в упаковке. Как бы мне столько и не нужно, но мне кажется, очень красиво получится. Вот. Ну, вот такой был заказ у меня. Очень довольна, очень рада. Ссылка на магазин будет внизу. Посмотрите, кому интересно. Ну, а я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока.